Здравствуйте, пассажирская инспекция. Билет, пожалуйста, проездные документы ваши. Страшный сон безбилетника – синяя униформа контролера. После того, как в общественном транспорте убрали турникеты, зайцев стало больше. Самый действенный метод по выявлению нарушителей – внезапные рейды на маршрутах. Наша съемочная группа отправилась на поиск безбилетников вместе с бригадой контролеров и представителями общественной палаты городского округа Химки. В процессе проверки проверяли наличие выдачи билетов и приобретения билетов. Проверяли, как транспортные средства большого класса и малого класса. Сегодня водители добросовестно выдавали билеты, и пассажиры приобретали билеты, замечаний так такового нет. Ни одного безбилетника во время рейда не обнаружили. Зато у представителей власти было время побеседовать с пассажирами о качестве транспортных перевозок в Химках, выслушать жалобы и предложения. Он въехал в переднестоящий автобус. Я не часто превышаю скорость. Я постоянно пользуюсь 345, каждый день я езжу на работу, и вот коммерчески превышаю скорость. С начала года в Химках зафиксировали около 2000 правонарушений, а сумма штрафов, упавшая в копилку городского бюджета, составила 3 миллиона рублей. Между тем, оштрафованы могут быть не только пассажиры общественного транспорта, но и водители. Например, за то, что не выдали билет за оплаченный проезд, или за то, что во время езды пользовались мобильным телефоном.